Подросток украл камеру на спор. Он залез на одно из зданий больничного городка на Маслихе, снял видеоприбор и скрылся в неизвестном направлении. При просмотре видеокамер было установлено лицо подростка, которому еще нет 16 лет. По данному факту уголовное дело еще невозможно, проводится проверка. Во дворе дома 39 по проспекту Музрукова ребенок без присмотра оставил велосипед и спустя время его не обнаружил. Сотрудники полиции по горячим следам быстро нашли воришку. Им оказался мальчик, которому нет и 10 лет. Еще одна кража произошла в одном из домов по улице Лесной. Там есть камера видеонаблюдения, камера просмотрена, однако лицо не установлено. На камерах видно то, что молодой человек зашел в одной одежде, а вышел в другой. На дорогах города произошло 8 ДТП без пострадавших. Два водителя были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. В этом году один водитель уже отправился в колонию-поселение на 10 месяцев. Еще один ждет приговора. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».